Всем привет! Сегодня мы рассмотрим небольшой аддончик, который поможет нам с отображением клавиш на экране при записи скринкаста, при записи видео с экрана компьютера. И этот аддон так и называется Screencast Keys. В описании будет ссылка на этот аддон. Скачиваем архив последней версии. Переходим в Blender, как обычно, Edit, Preferences, через Install и выбираем наш аддон, устанавливаем, он у меня уже просто установлен, потом жмем галочку в нужном месте. Сейчас я вам покажу, где он у меня установлен. Enabled Add-ons Only. Скринка. Вот он у меня уже подключен. Но, тем не менее, мы не видим. Вот я нажимаю сейчас мышкой на экране. Нажимаю Shift. Но ничего не происходит на экране. Ничего не отображается. Нажимаем клавишу N, вытаскиваем эту менюшку. Вот он наш аддончик Screencast Keys. И нужно поставить галочку еще вот здесь. Тогда все будет отображаться. Нажимаем N. Вот видим, появилась наша мышка N. И здесь у нас можем поиграться с настройками этого аддона. Можно выбрать цвет. Видим, что поменялся, стал такой какой-то бирюзовый. Background. Вот, можем закруглить углы. Background тоже можно цвет выбрать. Можно высветлить, да, вот такое примерно сделать, если хотим, чтобы было позаметней. Так. Можем вообще бэкграунд убрать, и просто будет раскрашенная мышка. Font size, размер шрифта, margin, здесь толщина линий регулируется на нашей мышке. Mouse size, размер мыши, region, ну, то есть указано, где будет наша мышка, или вот в этом регионе, или, например, можно выбрать курсор, да, и отображение клавиши, мышка будет следовать за нашим курсором. Это так, мне кажется, чисто для разнообразия придумали, потому что кому это может понадобиться. Left — это слева или справа. Или по центру можем сделать. Offset — это конкретные координаты, которые мы выбираем. Display time — это сколько секунд после нажатия клавиши она будет отображаться на экране. Здесь выставлено 3 секунды. Можно сделать, ну, побольше. Можно сделать 5, к примеру. Вот, в принципе, все настройки, которые тут есть. Ну, в принципе, и то неплохо.